Здравствуйте. Представляю вам женские ботильоны французского бренда «Танданс». Верх модели выполнен из натуральной кожи козленка. Это очень мягкий, легкий и приятный на ощупь материал. Молния позволит обуться быстро и легко. Подкладка и мягкая стелька, выполненные из натуральной кожи козленка, подарят вам ощущение абсолютного комфорта. Материал безопасен для ног. Он поддерживает здоровый микроклимат в обуви в течение всего дня. Бежевая подкладка не будет окрашивать стопы. Подошва сделана из тунита, тонкого материала из резины с добавлением кожаного волокна. Он не сотрется после длительного ношения, не боится влаги и прост в очистке. Резиновая вставка улучшит сцепление с поверхностью. Шпилька высотой 10,5 см обтянута кожей в цвет основы, что создает цельный силуэт обуви и визуально удлиняет ноги. Пара подойдет женщинам невысокого и среднего роста. Носите эти ботильоны в стиле гламур с узкими брюками клёш, водолазкой и длинным пальто. Они также будут хорошо смотреться с платьем миди или мини приталенного кроя. Модель представлена в черном цвете. Оцените качество с вашими новыми ботильонами «Танданс».